Расходы краевой казны в этом году увеличат на 12 миллиардов рублей. Тем самым они превысят 171 миллиард. Увеличить сумму расходов помогут поправки в бюджет. Этот вопрос обсудили на совещании в правительстве региона под председательством губернатора Владимира Владимирова. А направят средства, отметил глава края, на развитие инфраструктуры, реализацию инвестпроектов, капремонт объектов водоснабжения, благоустройство территорий, курортов, создание комфортной городской среды, а также капремонт многоквартирных домов. Это практически 8% дополнительно к тем объемам, которые на сегодняшний день в краевом бюджете предусмотрены. Из наиболее таких, скажем, мощных по суммам можно отметить капитальные вложения, потому что Ставропольский край продолжает участвовать в федеральных программах как в строительстве социальных объектов, так и в строительстве объектов инженерной инфраструктуры, водоводы, системы электроснабжения, водоснабжения, они все необходимы. Жители Ставрополя поддержали введение дополнительной помощи для участников спецоперации и их семей. Доработанный законопроект внесут на рассмотрение в региональную думу. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. В сети провели голосование. Речь шла об изменении формата господдержки для бойцов и их семей на уровне края. Почти 3/4 проголосовавших высказались за введение новых инициатив с сохранением прежних мер помощи. Глава региона отметил, исследование показало востребованность введенных ранее мер поддержки. В числе первых проработают инициативы, связанные с реабилитацией после завершения службы. Владимиров подчеркнул, что для этого в регионе есть учреждения и квалифицированные специалисты. Инициативы ставропольцев также учтут при дальнейшей работе. В Нефтекумском округе в этом году отремонтируют 2 участка региональной трассы Иркаклы-Абрам-Тюбе от Кайсулы до Тукуй-Миктеба. В общей сложности специалисты приведут в порядок 12 километров проезжей части, сообщили в региональном Миндоре. Также обновят обочины и нанесут разметку. Работы проведут в рамках краевой госпрограммы развития транспортной системы. В станице Стадеревской достроили врачебную амбулаторию. Там оборудовали кабинеты акушера-гинеколога, терапевта, а также регистратуру, прививочную и процедурную комнаты, сообщили в региональном Минздраве. Закупили оборудование и мебель. Строительство проходило в рамках нацпроекта «Здравоохранение».